лица Пензенского епархиального телевидения с радостью поздравляем наших коллег телеканала «Союз» с днем рождения. Епархиальное телевидение Пензы сотрудничает с «Союзом» с момента своего основания, с июня 2010 года, а уже больше 10 лет выходят на «Союзе» не только наши новости, но и еженедельная духовно-просветительская программа. Надо сказать, что со самых разных уголков России и из-за рубежа даже приходят отзывы о том, что люди видели то, что мы снимаем. Люди с интересом наблюдают за жизнью Пензенской епархии благодаря Союзу. И за это мы тоже с огромной благодарностью к Союзу относимся. Ну и, конечно, сами уже как телезрители узнаем благодаря вашим эфирам о том, что происходит в православном мире, в России и в зарубежье. С днем рождения!